Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение от накопленной в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нагрузки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устанете. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабить и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. Сгоряча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо.